по малазийскому Боингу. Ой, новости 4 года не смотрю, но просачивается все это. Версия, что сбили Украину, ну а кто еще мог там сбить? У ополченцев нет такого оружия уж. Уже был прецедент, когда Украина сбивала наш Ту несколько лет назад, сколько лет, 10 назад, когда, ну, намеренно ли это было сделано? Скорее намеренно. Вот, но, конечно, все это уже, это все от невежества идет людского. Я не понимаю, откуда столько ненависти в людях, злобы. Вот, мир. Но мир прежним никогда не остается, он постоянно меняется, любое событие меняет мир. Я, конечно, верю всем сердцем, что все это придет к миру, и всем советую, думаю, сосредоточиться на мире. Мысль имеет силу. Если все люди хотя бы в России сосредоточатся на мире, в Украине мир придет. Это закон. Вот поэтому я думаю о мире, а не о войне.